Друзья, сегодня к нам едут знаменитые гости. Ждем, не дождемся. С минуты на минуту будут. Накрываем стол. Но пока есть время, давайте сходим на огород. Друзья, всем привет! Недавно я вам показывал, как мой картофель заболел грибком. Я потом снимал видео, как я скосил ботву. И после этого у меня стал пропадать картофель на грядках. Кто-то постоянно подкапывает. Каждый день прихожу и так, нет кустов, я даже не знаю. Давайте пойдем на огород и посмотрим. Я вам сейчас все покажу. Пошли. Вот, смотрите, здесь есть, а здесь уже нет, лопата, и кто-то роет мою картошку. Настя! Это твой огород, боже, я не знала. А я думаю, картошку сейчас, хотела картошки, понимаешь, наворовать, хотела суп сварить. Боже, как стыдно, это Юля. Я понял, это Настя с канала «Мой мотоблог». Друзья, вы угадали, да, кто до меня приехал в гости? Это Настя, которая предоставляла мне трактор, которая занималась доставкой и организацией трактора. Ну, в общем, мою мечту доставляла мне домой. Спасибо, Настя, большое. Наконец-то мы встретились, чтобы пообщаться. Ну, оказалось, она еще картофель меня ворует. Извините. Ну, вот такое. Извините. Извиняем. Друзья, на днях поломался трактор. Такая беда, значит, позвонил в сервисный центр, да, говорю, так и так, поломка. И они говорят, а где ты его покупал? Говорю, ну, в интернет-магазине «Мой мотоблог» у Насти. Ну, сказали, пускай Настя ремонтирует. Так что вот такие вот дела. Позвонил Насте, прошло, ну, часов 6 где-то. Настя уже возле меня с ключами будет ремонтировать трактор. Так, Юра, не переживай, я взяла инструменты. Сейчас все сделаем. Настя, я вообще далекий от этого. Я думаю, одного ключа тебе хватит. Я думаю, что вполне достаточно. Перестал заводиться, да. Попробуй, посмотри. Ну, посмотрим сейчас посмотрим. Ну, друзья, пока Настя чинит, мы будем надеяться, что она починит мой трактор. Дела вообще плохи. Наверное, что-то с колесом. Да? Не хватает давления? Ну, да, ну все вроде бы. Все, да? Вроде все готово. Та ну. Садись, пробуй. Та ну. Мы его сюда, кстати, вытолкали руками. Вот это сервис. Так, ну все, Юр, трактор я тебе починила. Отлично. Теперь обязательно мы должны пойти и посмотреть, что у тебя где растет. Ну только на потому что я провожу ревизию. Ехать надо на тракторе. Ну, без проблем. Пойдет? Пойдет. Все, мы поедем. Дальше у нас годы потом, заповедник. Картошку всю поскашивали, с этого участка мы скосили. И скосили также с того участка. Дальше подведили вторую посадку. Это подвал у нас.
вот это мое имение. Так что, друзья, Насте понравилось. Друзья, прокатились мы с Настей по моему огороду, и Насте слово. Я Юриному огороду ставлю жирный лайк. Советую, кстати, всем подписчикам сделать то же самое. Я трактор уже починила, огород посмотрела. Наверное, хватит уже засиживаться в гостях. Я поехала домой. Ну, а я советую подписаться на канал нашей Насти. Канал называется «Мой мотоблог». Ссылочку оставлю под видео. Ну, а мы с Настей будем прощаться. Пока, друзья. Пока. Друзья, гости поехали, как обещал, покажу подарочки. Привезли много подарков, детям привезли, мне, ну, детям показывать не буду, что привезли. Просто скажу большое спасибо Насте и ее мужу за такой визит, конечно, приятно. Ну, покажу, что привезли мне. Значит, вот такую вот бутылочку виски, я так понял, для настроения. Спасибо. И вот такую вот коробочку. Коробочка у нас находится... Ой, крышка упала, ничего. В коробочке у нас находится, друзья, вот такая вот футболочка с надписью моего канала. Вот, смотрите. Вообще круто. Я доволен. Это не передать. Я не ожидал, что так выбьют и мое имя, фамилия, там, логотип канала. Это футболочка, да, это летний вариант. И также само прислали потеплей. Это уже осенний вариант. На тракторе кататься. Также сама кофточка именная с моим именем. Еще раз говорю большое спасибо Насте, также ее мужу Антону, что заехали. Ну и, как говорится, видео, которое было снято для вас, это в основном шуточное видео. Ну, мы просто так развлекались. Одним словом, мы хорошо и весело провели время. Всем, друзья, пока. Оставайтесь здоровыми. Не забывайте подписаться на канал Анастасии, так как мы дружим каналами. И там найдете меня, но здесь найдете ее. В общем, как вы уже поняли, у нас такая дружба блогеров, так сказать. Всем пока. Вот это снег. Все, поехали. Отлично. Так, инструмент я беру с собой на всякий случай. Что, реально сюда, да, сюда? Я не знаю. Сейчас я все откину, ну пробуй. Да, у меня тут все ездят. Ну все девушки тут ездят. Ну все ж ручка, ручка, чтобы ты держала. Ну да, отлично. Да. Ногу, чтобы я не прижал. Давай, вот так. Давай. Есть? Да. А я одним кадром. Юра, твоему огороду я ставлю лайк жирный, как ревизор. Подожди, я начну. А, давай, давай. Друзья, прокатились мы с Настей по ему... По... Ух ты, ёлка, давай заново. Вырезать.